В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Ульяновской области в летний период времени школьники могут стать участниками различных IT-интенсивов. Один из ярких примеров – летняя физико-математическая школа при УЛГУ. В 4-м корпусе на университетской набережной стартовала вторая смена, куда были приглашены дети в возрасте первых 9-х классов. Идея проекта возникла 4 года назад. В год мы проводим по 2 смены и набираем в среднем по 8-10 ребят. Если больше, то уже нужно будет делать 2 группы. Здесь у нас ребята знакомятся с лабораториями университета. Сегодня у нас, как вы видите, экспериментальный день. Будем показывать, что из любых подручных средств можно сделать интересную физику. Летняя физико-математическая школа – это возможность для старшеклассников провести каникулы с пользой и погрузиться в университетскую среду. В течение 2 недель ребята знакомятся с преподавателями и оснащением университета, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях, а самое главное – углубляют свои знания по информатике, математике и физике. Я пришел сюда вот летом заниматься, потому что в следующем году ВПР, я все лето готовился тоже. Ну, здесь еще интересно, как я уже понял. Вот здесь игры всякие. Я сюда пришла, потому что мне нравится математика, физика, информатика. И хотелось бы улучшить свои навыки, умения в этих предметах. Занятия рассчитаны на учащихся начальной школы и старше. Программа и интенсивность обучения меняется в зависимости от возраста ребят. Благодаря подобным проектам ребята могут лучше узнать основы IT-сферы и в будущем продолжить обучение по этому направлению. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Управды ТВ.